Выход к автобусам до аэропорта Шереметьево. Конечная. Поезд дальше не идет. Пожалуйста, выйдите из вагона. О подозрительных предметах сообщайте уже. По Тушино гуляю, я так понял. Называется Южная Тушино, если быть точным. Вон, бля, какая улица странная. По Прициуса. А какие улицы есть. Короче, не знаю, шорты, если что, запишу, сделаю. Батыр. Вот видишь, сейчас в Москве вот время. Немного задержался, я зато наушники взял. Хожу теперь нормально. Наушники качественные. И достались, можно сказать, почти бесплатно. Сейчас еще недолго сяду в метро и двинусь. Так что Савеловский будет, к сожалению, или к счастью, не знаю, для кого как. На шестом или на, короче, втором посидим где-то. Через часик-полтора задерживаюсь. Ну ладно, бывает. Зато посидим нормально, я телефон заряжу в метро. Не буду сидеть на вокзале. Давай, короче, до связи. Не знаю, загружать, не загружать, но пусть будет это видео. Короче, заплутал так нормально. Только-только. Нет, зачем снимать? Вы же вот так вот сделали, я же в кадр попал. Кто? Сейчас вот, вот так вот повернули, я не попал в кадр? Откуда я знаю? Откуда? Видишь, что долбоёб какой-то подошел, хуйню какую-то гонит, блядь. В кадр он попал. Короче, в Сходнинской, ёпта. Пьяный, блядь, еще свинья, сука. Подходит, пиздит что-то мне. Короче, немного смотрите, видите. 8:30. Сейчас сяду, короче, хер его знает, я доберусь. Ну давай, батарь, короче. Видео сделаю я. Загрузишь, если что, сегодня или завтра. Только-только добрался. Короче говоря, думал, получится по-быстрому. Ну, в принципе, я знал, что этого длинного там нету, поэтому и не спешил. Но я не думал, что я почти до 9 часов задержусь. Так что вот такая лажа. Улица 1905 года. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Баррикадная. Для вашей безопасности держитесь за поручни. Внимание! Временно не ходят поезда на участке Автозаводская Орехово-Замоскворецкой линии. Пользуйтесь другими линиями МЦД, автобусами КМ и наземным транспортом.
Крымская, перевод на Замоскворецкую линию. Выход к Белорусскому вокзалу, Первому диаметру и аэроэкспрессам в аэропорт Шереметьево. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Новослободская. Будьте вежливы, уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Ребята, кого-то обули, разули. Вот лифтовая. Мы только что в здание заходили, короче говоря. Вон он ходит. Я не знаю. Я сейчас пойду пасу, короче говоря. И двинусь куда-то. Потому что уже, как я говорил, смотрите, 3 часа ночи без 5. Небольшой шорт сделаю или что-то. Смотри, Батыр, это у нас 6-й. Вот. Ну, я показывал уже. Если что, загрузишь, короче, вот такой кривой видос, но ладно. Совсем ночная Москва. Ну ладно, кстати, не холодно, можно погулять еще будет. Садовое кольцо.